выложить это видео в открытый доступ. Хорошо, замечательно. А зачем бы вы... А хотя нет, это не вышло, ладно. Так, вот. Да, надо найти все миноры и все алгебраические дополнения. Ну, давайте будем это делать. Опять же, нам поможет этот самый Вольфрам. Значит, здесь это вот, эту строчку сотрите, это уже сделанная задача. Значит, пишем M. Нет, хотя ничего не пишем. Сейчас, пишем вот что. Мир – это детерминант. Правильно? Поэтому пишем... Прямо вот здесь строчка пишем DEC. Что пишем? Непонятно. DEC сокращенно. DET. Так, потом круглую скобку. Нет, круглую скобку. Потом ставим две квадратные скобки. Или можете две фигурные ставить. Вот тут показывают. Можно две фигурные ставить. Да. Да. Дальше мы смотрим обратно. Возвращаемся в веб-борг и смотрим. У нас минор, который M1,1. Это что будет? Вот в этой матрице А M1,1 получается, если мы удалим элемент, находящийся в позиции. Один, то есть минус тройку, которую вверху удаляем, вместе со строчкой и вместе со столбцом. Остается какой уголок? 9, 11, 1, 5. Да, вот это надо теперь как матрицу записать в Вольфраме. Переключите в Вольфрам и там пишите 9,1 через запятую. Ага. 9,1. Фигурную скобку закрываете, запятую. Открывайте новую фигурную скобку. И минус 1,5, да, там было у вас? Да. Так, закрывайте фигурные скобки. И круглую скобку открывайте. И вычисляйте, нажимайте кнопочку на вычисление. Так, 46. Вот это число 46 записывается там, где у вас вот эта позиция. Да. Теперь смотрите, C1,1, алгебраическое дополнение. Чем оно отличается от минора? Тем, что она умножается на минус единицу в степени номер строки плюс номер столбца. Вот у нас 1,1. Если мы сложим 1 плюс 1, какое число получится? Четное. 2. Поэтому 2. Поэтому... сюда пишем то же самое число, 46, что и в M. Так. И давайте сделаем проверку. Пока не все написали, но давайте сделаем проверку. Нажмите кнопку «Submit answer». Да, все нормально. Что эти два ответа правильные, но остальные неправильные, потому что их пока просто нету. Ага. Давайте делать дальше. Просто остальные вводить цифры и все получается. Да, ну а M2 это когда у нас элемент 1,2 это минус 8, да? Угу. 8 удаляется вместе со строчкой и со столбцом. Что у нас остается? 2, 1, 4, 5. Да, вот теперь как матрицу туда в Вольфрам вбиваете. Так, а здесь... Минус 6. Да, здесь будет минус 6, потому что 1 плюс 2 это нечетное число. Так, если хотите, можете сделать еще раз проверку. Не
хочу. Ну все же правильно дело. Угу. Ладно, дальше. Ну, если принцип для всех понятен. Надеюсь. Да. Нет возражений, если мы эту задачу закончим делать, потому что принцип, наверное, ясен, да, как ее решать. Ну, да, видно, что вольфрам очень сильно помогает. Вы согласны, что вольфрам сильно помогает? Да. Да. Он не помогает, он делает за нас всю работу. Но тут цифры маленькие, можно и так считать самим, по сути. Мы же не арифметики учим, поэтому ничего страшного. Главное, вот принцип, вот, что такое минор и что такое алгебраическое дополнение.